Всем здрасте! Рад приветствовать на другой жизни. Ой, чуть в канаву не упал. Короче говоря, продолжаем исследовать это место, которое, в общем-то, продолжение сериала, на котором мы в тот раз и закончили. То есть здесь были советики за моей спиной. Вот машина стоит. Мы дальше сейчас проехали. Где она у нас тут? Вот, ранние советы здесь были. По картам, как я и говорил в прошлый раз, здесь был перекресток старых дорог. Нет, здесь не было перекрестка, здесь была... Дорога, да. Ну и тут какой-то такой треугольник, как по картам. Вот, будем сейчас продолжать изучать локации. То есть далеко уходить не будем, будем смотреть зонами. Здесь достаточно далеко от людей, сейчас нынешне живущих. Вот, урочище там есть, там. Вот. Еще у меня, конечно, идея появилась потом, как-нибудь, не сейчас. Здесь очень много вот этих канав. Нести привет. Который разделительный, как он объяснил. Вот. По ним походить. Они из них иногда очень интересные вещи выскакивают. Например, серебро. Да. Ладно, будем сейчас, короче, изучать. Пытаться понять, где здесь была эта дорога, потому что, естественно, как бы дорога старая, там, считайте, миндешная, да? А в советское время, в ранние советы, здесь все уже другими дорогами сполосовали. Что мы найдем сегодня? Что-нибудь, наверное, найдем, а может и нет. Не знаю. Вот. Но мы все равно с вами вместе погуляем, походим. А вы посмотрите, мы поищем. Или мы поищем, вы посмотрите. Ладно. Что-то мы еще от машины не успели отойти. Ух, какой стрекоз прикольный. Не видно? О, Люб там чуть-чуть в деревцах. А я вот копнул пулю и копеечку 72-го позднее. Далеко не уйдя. Ну, ищем мы немного другое. Сейчас вот туда чуть-чуть углубимся и посмотрим. Вот, что-то опять раззвонило. Как вы думаете, что у нас там выскочило? Ну, пока сами не знаем. 32-й год. Ранний, да? Ой. Потеряшка. Ранний советик. Угу. Грязненький. Ну нет, он хороший. Вот, ну, да, сзади, видишь, грязненький маленький. Но сахаранчик. Отлично. Покажу. Обалдеть, обалдеть. Домики. Вон машина-то. Ну да. 200 метров. Какое 200 метров? 10, говорю. 10 нет. Тут единственный, конечно, минус. Понятно, что здесь вот эти канавы, то есть, да, ну, суть не в этом. Суть в том, что здесь завал очень большой. Ну вот если вот там поменьше. Ну то есть приходится между ним лавировать. Кораблики лавировали, да не вылавировали. Вот так вот. Все или еще есть? Идем, ищем. Так, короче, для себя локализовали. Сейчас тяжело еще пока по буеракам. Сейчас пока будем просто проверять. Здесь есть ранние советы. Тут тоже. Сейчас пройдем чуть-чуть дальше по накату. Посмотрим. Ну вот. С наката прям. Что это такое? Нет, это рамочник. Щитовик, точнее. Да, щитовички. Здесь все раннее почему-то. Видите, щит проклевывается. Но он убитый, к сожалению. Ну, дорога что-то. Дорога. Чуть вперед ушла, я вот здесь копнул, сейчас к ней подошел, еще монетка. Провалился в лужу, весь мокрый. И, опять же, щитовичочек, да, вот как она сейчас, только в шикарном сохране, посмотрите. Просто огнище. Смотрите, какой сохран. Не часто такой найдешь для вот именно щитовиков. Ну, это вообще огнище. Класс. Хорошая дорога. Блин, чего я в сапогах не пошел? Лучше соскочил, булька, а я в берцах. И утоп. Бывает. Прошли метров 100, 200 вглубь. Сейчас обратно пойду, покажем, не снимал. Развилка такая, куча всяких дорожек, прочего. Куча кирпича и крапива растет. Что-то стояло. Следующая монеточка. Двушечка. 31-го годика. Интересно, что стояло? Кладовку соберем. 31-й, 32-й. Это как обычно. Мы никуда не торопимся сейчас. Время у нас сегодня, к сожалению, тоже не очень много. 4 часа 32 минуты. Зато здесь такой релакс. инвалид. О. Помашите дядям и тетям ручкой. Дяди и тети. Вот она, эта канава. У меня 20 копеек в квадрате. А я не знаю, мыть надо. А у меня воды нету. Вода в машине. Да, потом посмотрим. Ну, вот. На обратной дороге приехали проинспектировать картофельники. Ну вот, стоит трава. А вначале их начали убирать. Так что скоро мы здесь походим. Те, кто знает... О, где фокус-то? Те, кто знает каменный брод, яма и крестик. Офигенный, старенький. Это нам в довершении ко всему. Короче, походили мы сегодня, там часика 2,5, наверное, всего. Вот. 6 советиков ранних. Ну, то есть, тому дорогу дальше будем исследовать, и лес, все остальное. Тетя Люба у нас пора отдыхать. Вот. Здесь скоро все поскашивают. Здесь еще походим. Я думаю, находки будут, но если с дороги. Господи. Ну, кто здесь ходил, тот знает, что здесь много чего было интересного. Вот. Что я еще могу сказать? Подышали, поискали, побалдели. Отправляемся домой. Спасибо, что с нами ходили. Такой замечательный вечер. Не болейте. Всем здоровья. И пока.